Афишу своего театрального фестиваля «Новосибирская мускомедия» сформировала из премьер прошлого сезона. Голливудские истории «Мужчина и ее мечты», новой версии опереты «Мистер Икс», музыкальной комедии «Белая акация» и мюзикла Гладкова «12 стульев». В театре говорят, что важно было показать именно то, что в афише есть спектакли, сделанные в разной стилистике, в разных жанрах, чтобы поклонники классической или советской опереты могли выбрать себе постановку по вкусу. Завершается юбилей-фест постановкой музыкального театра «Кузбасса», который привез наш город спектакль по повести Василия Шукшина «Калина Красная. Своей души не прикословь». Это совсем недавняя премьера, которую впервые показали в декабре прошлого года. Кемеровский спектакль – это музыкальная фантазия по мотивам киноповести Василия Макаровича. В театре понимали, что сравнивать сценический вариант с фильмом все равно будут, но сделали ставку на то, что этот спектакль – совершенно другое произведение, основанное на музыке Марка Самойлова, композитора, который ушел из жизни за несколько дней до премьеры. Он создал, как бы можно сказать, что памятник себе музыкальный. Мне кажется, что там такая пронзительная музыка, такая красивая, такая насыщенная, такая мудрая, такая ложащаяся на сердце. Фестиваль мускомедии решили адресовать не только обычным зрителям, но и профессионалам. В Новосибирск приехали критики, театральные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга и разных регионов Сибири. В течение нескольких дней они обсуждали, как оценивать музыкальные спектакли. Государство, распределяя финансовые потоки, привыкло оперировать количественными показателями. Сколько театры сумели продать билетов, сколько показали детских спектаклей, какова средняя наполняемость зала. С качественными параметрами сложнее. В России уже апробируются методики для драм-театров, для музыкальных же их только начинают разрабатывать. Готового подхода к оценке художественных достоинств отдельно взятого спектакля у специалистов пока нет. То, что называется художественному, это трудно уловимо, это трудно определить, зафиксировать в каких-то четко выраженных данных. Потому что одному понравилось, другому нет. Один понял, другой не понял. Один что-то считал за этим художественным рядом, а для другого это не открылось. Итоги круглого стола еще только предстоит подвести, но уже ясно, что для отчетности перед чиновниками специалистам проще проанализировать деятельность театра в целом, чем отдельно взятый спектакль. В этом смысле своим мини-фестивалем «Мускомедия» заработала плюсик. Алексей Кудинов, Константин Тынаев, телестанция «Мир».